столетняя война идет 116 лет. И в сотый раз несгораемая Жанна Дарк нас призывает потерпеть во имя побед, объясняя, что пожар рассеивает мрак. Любовь то что-то против этого говорит. Просто косой ржавый машет в сторону танка. Гнусавым пацифистом вылечит гайморит. Своим теплом несгораемая Орлеанка. Она останется одна, самый крепкий сейф в руинах взорванного здания Центробанка. Пылающий кустарник выдумал Моисей, чтоб 40 лет водить нас за нос, играя в бангу. Его скрижали то ли whiteboard, то ли флипчарт, то ли обменника табло на светодиодах. Что там на тему не убей, скрижали молчат. Наверное, запнуло и перегорело что-то. Давай запарим кашу, раз уж вы. Теперь фанаты старости, обеспеченные милостивые из казны. Скачут бесы в ад верхом на послушных фаустах, авторах гимнов радостных заказных. Под железным куполом, за железным занавесом прячется наша загадочная душа. Мы любуемся в зеркаль, не оттащишь за волосы красотой противотанкового ежа. Свет мой зеркальце, скажи, все ли сдохли пачерицы, нами без еды отправленные в черный лес. Родина мачеха не любит, когда отмалчиваются. Ни к чему даме в возрасте лишний стресс. От горьких истин на деслях давно оскомины. От крепли против течения на коже волдыри. Опричники ностальгируют по былой Москве. Мы русские, с нами Бог, можем повторить. Давай заварим кашу, раз уж вырыли топор. Из кухни полевой детей покормим на показ. Повстанцы побеждают.